Ну вот, милитари стиль закончен, показываю стилерок романтик. Это, то бишь, это вот кожаная куртка небесно-голубого цвета. Небесно-голубого цвета, еще раз повторюсь. Именно он такой должен быть. Вот, значит, решила я его носить с такой юбочкой, которую мне вообще практически было не с чем носить. Ну вот она мне нравится именно с косухами, потому что именно подчеркивает такой романтичный и в то же время как бы и рок, и романтик, в общем, все вместе. Ну, сейчас-то актуально, и как бы почему бы и нет, это не только молодые могут носить, но и я тоже себе могу это, считаю, позволить. И мне нравится либо с туфельками, либо когда холодно, опять же, с сапогами-чулками, очень узкими и длинными, нескончаемыми. Юбка вообще трехслойная такая, в общем-то, летящая. Есть у меня перчаточки на холод, такие же голубенькие. И, в общем-то, такой же романтический шарфик в горошек белый. Я не знаю, поймете, вот. Вот такой вот. Вот, такой же, значит, шарфик есть. Ну, вот так вот смотрится, значит, эта куртка. Я ее не застегнула. Вообще, как бы, сейчас мне ее одной рукой не застегнуть. В общем-то, выглядит. Я вообще люблю расстегнутое носить. Ну, нормально выглядит. В общем, всем пока.